Поэтому я перейду к следующему нашему гибриду. Это лютая. Как мне кажется, как кажется всей нашей команде, это просто бомба, которая разорвалась в этом году в Украине и Белоруссии. Просто если сравнивать с тем, что в прошлом году у нас было всего лишь 20 тысяч семян на руках, которые мы распространили на территории Украины и Белоруссии. 10 тысяч мы распространили в Каменко-Днепровском районе, в Одином. И просто с 10 тысяч семян просто пошел огромный рост, огромное требование. По урожайности, по качеству плода, ну, этому гибриду просто нету равных, на мой взгляд, сегодня. Причем качество плода, оно на всех стадиях растения одинаковое. Независимо от того, маленькое растение, молодое, среднее или уже более старое растение. Качество плода не теряется ни в жаркую погоду, ни в перепады со стрессами. Единственная проблема, которая была у нас с этим гибридом, это просто не хватало семян в этом году. Мы не успевали летом производить, паковать, затамаживать, растамаживать. Вот, поэтому, если вы уже определились на первый оборот и знаете, что вы будете выращивать огурец, и если вы будете выращивать лютояр, я бы посоветовал не оттягивать долгий ящик, потому что перебои с этим ребенком могут быть. Из-за того, что спрос растет непредсказуемо быстро и в Украине, и в других регионах, и в Беларуси в том числе. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.